Друзья, всем привет! В общем, сегодня на работе, в конце уже рабочего дня, позвонил клиент по аппарату маникюрному. Вот, я думал, сегодня поеду на продажу, но она попросила завтра с утра. Вот, то есть завтра с утра я поеду на продажу и, короче, скинула цены немножко. Попросила скинуть, но вот завтра скину. Чуть-чуть. Доброе утро, друзья. Доброе утро, воскресенье. Сегодня отличный денек. Я сегодня уже с утра еду на доставочку. Клиент сегодня мой по аппарату маникюрному. Я очень рад. Вот. У меня еще есть время погулять. Пока погуляю, посмотрю, где можно позавтракать. И потом пойду на сделку. В общем, все, увидимся. Покажу вам сделку. Возможно. Как мастер маникюра, вот, согласен. Если вот согласен, вот, замечательно. Если нет, то нет. Так, вот. Все, увидимся. К сожалению, на андроиде снимать не получается, так что камеру включу и сверну ее, чтобы она записывала. Вот, сделка прошла удачно. Показал также дополнительные товары, часы, наушники, если что. Будут обращаться, сказали. Ну, в общем, в любом случае нужно с собой брать всегда комплектующие разные, другую электронику, чтобы мало ли заинтересует клиента. В общем, все продал, все отлично. Все, следующего. До следующей съемки.